Во Дворце независимости прошла церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Свои представительские документы президенту Беларуси вручили послы Буркина-Фасо, Индонезии, Канады, Литвы, Люксембурга, Монголии, Финляндии, Франции, Эритреи, Эстонии, а также апостольские нунции в Беларуси. Александр Лукашенко обратил внимание дипломатов, что белорусская экономика является одной из самых открытых в мире. «Мы поставляем на экспорт более половины производимой в стране продукции. Также Беларусь является одним из государств основателей Евразийского экономического союза, поэтому развитие отношений с нашей страной дает доступ на рынок одного из крупнейших интеграционных объединений Евразии». Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь открыта к тесным контактам и сотрудничеству. Белорусские депутаты на заседании Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект об инвестиционных фондах. Развитие этой сферы позволит увеличить приток внутренних инвестиций в экономику. Также введение инвестфондов расширит возможности населения по сохранению и приумножению своих сбережений. Как отметил министр финансов Владимир Амарин, принятие документа также важно для гармонизации законодательства Евразийского экономического союза. Старейшему музею Полоцка сегодня исполняется 90 лет. Специально к юбилею приурочена новая экспозиция, которая рассказывает о почетных жителях города, а всего в музее более 2000 экспонатов. Исторической ценностью является и само здание. Это единственный в регионе архитектурный памятник неоготики.